чем вы даже не мечтали. А впрочем, помечтайте, а что вам остается? Хотя, если 90 косарь в кармашке завалялось, то вполне осуществимая мечта. А мне это дашь заценить? Тебе? Да без проблем. Девчонка, смотрите. Надо быть аккуратнее, все-таки вещь не из дешевых. Это мой, если что. А ты-то откуда взялся, Романовушка? Что-то из тебя раньше не видел. То, что ли, с неба свалился? Почти угадал. Мы с семьей прилетели из Алтая на новое место жительства. Меня вот в эту школу определили. Кстати, здесь есть кто-нибудь из 5 Б? Мы тут все из 5 Б. И я тоже. Кстати, спасибо за помощь. Всегда пожалуйста. Пацаны, пошли, урок начался. Это наш новенький Ильдар Амиров. Он с семьей прилетел из Алтая. Теперь он будет учиться в вашем классе. Так что вот, принимайте новенького. Проходи, Ильдар, садись на свободное место. Да, я кое-что хочу вам сказать. А можно мне вот сюда сесть? Да, конечно. Проходи, садись. Можно? Да, конечно, присаживайся. Теперь у Витуса есть соперник. Хорошим это не кончится. Как интересно. Так, оставьте дискуссии на потом. А сейчас новая тема. Открыли тетради? Смотри сюда. Романовушка, ты че наш город приперся? Или ваша Алтая? Храм их не принимают. Во-первых, принято говорить на Алтае, хотя и так будет правильно. А во-вторых, со школами у нас там все нормально, и к храмам там относятся хорошо. И в-третьих, мои родители получили выгодный контракт в вашем городе, так что мне придется учиться здесь. Надеюсь, ты не против? А если против, что? Перейдешь в другую школу? Нет, просто тебе придется потерпеть 6 лет. Это ты типа мне нахамил? Хамство – это грубое невежество, а это всего лишь шутка. Слышь, ботаник Острослов, да я тебя! Что здесь происходит? Мельников, опять ты? А что я? Чуть что, сразу Мельников. Мельников, да ты знаешь, что у него... Валентина Николаевна, а вы не подскажете, у нас математика будет? А то ходят слухи, что учительница заболела. Не волнуйтесь, будет у вас математика. Я сама ее проведу. Марш в класс. Слушай, ты это... Ну, в общем, извини, я не знала про... Протез? А покажи, я просто никогда не видел. Ну, если можно, конечно. Да что тут интересного? И как это произошло? Да знаешь, по собственной глупости. Нет, я серьезно. Зацепли. В прошлом. Что, на трамвае без билета катался? Извини,
я это. Да ничего, я сам дурак. Просто не на трамвае, а на электричке. Ну зачем? Тебе что, жить надоело? Да нет, просто все пацаны катались. Вот и я полез на свою голову. Ой, точнее на ногу. Это мне еще повезло, а вот Ильхам нет. Он сорвался с поезда и погиб. Погиб? Каждый из нас думал, что сорвется кто-то другой, но не я. Но оказалось... Ладно, давай забудем про это. Надо жить дальше. Правильно, жить дальше надо, но забывать нельзя. Да еще другим нужно рассказать, чтобы не попали в такую историю. О, кстати, у меня есть знакомый, у него очень раскрученный блог. Может, ты расскажешь, ну, эту, свою историю? О, отлично, я за. Смотри на меня и делай, как я, друзья мои.